Будущее iPhone 11 показали в видеорендере. Судя по видеоролику, дизайн будущего гаджета может заметно отличаться. На задней панели расположен квадратный модуль камеры. В сети был опубликован видеорендер, в котором показан вероятный дизайн будущего iPhone 11. Судя по ролику, внешний гаджет будет отличаться довольно существенно. Видео появилось на YouTube-канале Concepts iPhone. Показанный в ролике гаджет имеет квадратный модуль камеры, расположенный на задней панели устройства. При этом обрамляет корпус iPhone металлическая рамка, подобная тем, которые имели iPhone 5 и iPhone Southeast. Внешний вид гаджета в видео является дизайнерским видением, и подлинный iPhone может существенно отличаться от него. Ранее сообщалось, что в СМИ появилась информация о сроках выхода на рынок iPhone Southeast 2. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.